Продолжение нашумевшей истории. Нижнекамский городской суд рассмотрел дело Виктории Мажаровой и вынес свое решение. Напомним, женщина в течение 7 лет запрещала своим сыновьям изучать татарский язык и литературу. Управление образования Нижнекамска направило иск с требованием не препятствовать детям в изучении языка. Исковое заявление Нижнекамским городским судом удовлетворено. Мажарову Виктору Александровну обязали не чинить препятствия для получения детьми основного общеобразования. Решение суда еще официально не вступило в силу. У них есть время обжаловать его. Между тем, детям придется учиться не в 8-м, а 7-м классе. Такое решение принято в школе из-за пропусков уроков татарского языка.